Пожалуйста, прокомментируй игру, затем стоит вопрос. Хорошая игра, плотная, плей-оффная, поэтому Питер забил на один больше гол. Да, у нас есть вопрос. Пожалуйста. Александр, вот изнутри как показалось, насколько СКА изменился по сравнению с первым матчем? Может быть, изменился Спартак и ваш игрок? Понятно, что Питер проиграет на первый матч, выйдут сегодня супер заряжены при своих трибунах. Понятно, что они классная команда, поэтому мы ждали от них более агрессивной игры. В принципе, я говорю, что была игра кость-кость, в принципе, ровная игра. В третьем периоде они забили гол, и как бы мы не забили, поэтому надо забыть эту игру, готовиться дальше. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Нет вопросов. В Зуме есть вопрос один. Дмитрий, задавайте. Вас не слышно. Меня. Питерский гол такой получился, да, три экс-армейца по короткому борту, там, широкого отдали под синюю, ты с Йори вывалился, забил. Объясни, пожалуйста, вот этот феномен, когда, ну, классика хоккея, да, особенно КХЛ, игрок забивает бывшей команды, часто такое случается, насколько доволен собой, партнерами, приятно ли забивать экс-команде? Спасибо. Понятно, что забивать всегда приятно, но сейчас плей-офф, вообще уходит личная статистика вообще на второй план, поэтому главная победа матча. Вообще об этом никто не думает, о личных каких-то результатах. Ну а по поводу вот этого, вот, это совпадение или какая-то традиция, может, у хоккеистов? Ну понятно, внутренняя варка, но да часто традицию такое случается, игрок забивает лучшую команду. Да, об этом вообще никто не думает, кто там где играл, поэтому каждый выходит, у нас каждый может забить, поэтому мы играем в команду, и у нас каждый выходит и делает свое дело. И если можно, финально, у вас финка домашняя, здесь канатка, придется больше кататься дома. Насколько это будет преимуществом для вас лично, может быть? Да я не знаю, здесь уже на этой стадии все классные игроки, у нас в команде, у них в команде, все умеют кататься, поэтому не знаю, ни у кого не будет, я думаю, никакого преимущества, поэтому также будет. Сегодня игра была супер плотная, поэтому надеюсь, наши стены нам помогут. Помогут. Спасибо большое. Успех. Рустам, вопрос. Саша, скажите, пожалуйста, насколько пристальное внимание уделяете при Бурдасову, Гусеву, Кузьменко, учитывая их результативность? Но все-таки пока они в этой серии не... не то, чтобы вот пока очков нет у них. Да. Мы уделяем каждому игроку ихнему, так же, как и они, наш состав разобрали, поэтому все понимают, это плей-офф, и каждый выходит, каждый знает свою роль, как у них, так и у нас, поэтому здесь нет никаких секретов. Спасибо большое. До свидания, Александр.